В Законодательной палате Олии Мажлиса состоялась научно-практическая конференция на тему вопроса повышения общественной инициативы в сфере государственного управления путем обеспечения участия граждан в процессах законотворчества и парламентского контроля. Мероприятие организовано в соответствии с государственной программой по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в год обеспечения интересов человека и развития Махали. К диалогу пригласили представителей политических партий, Института проблем законодательства и парламентских исследований при Али Мажлисе, Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Республики Узбекистан, Общенационального движения Юксалиш, Центра стратегии развития. В фокусе внимания участников находились вопросы совершенствования законодательства с учетом мнения общественности, проведения общественного обсуждения законодательных актов, широкого привлечения граждан к их разработке и последующей доработке. Также рассмотрены предложения по обеспечению участия граждан в осуществлении парламентского контроля. В частности, мероприятия по парламентскому контролю предлагается проводить, принимая во внимание общественное мнение, привлекать к этому процессу лиц с научным и практическим опытом работы в соответствующих сферах, получать экспертные заключения по вопросам, поднятым на этих мероприятиях, изучать исполнение принятых решений с представителями общественности. Озвученные рекомендации касались укрепления взаимодействия фракций политических партий в Законодательной палате и партийных групп кенгяших народных депутатов, а также парламентских комитетов и комиссий с постоянными и временными комиссиями местных кенгяшей. Высказанные в ходе дискуссии предложения будут детально проанализированы рабочей группой с тем, чтобы обеспечить реализацию задач, определенных в госпрограмме.